Итак, всем привет. Сегодня я покажу, как сохранять фотки. Ну, или по-другому называется рендерить. Поэтому мы нажимаем на Composition. Эту рендер Kavine. Язык так называется. Так вот, Kavine такая штука. Best Setting. Ну, вот сюда нажимаем, кликаем вот сюда. И типа, вот, типа, нолики были. Окей, потом идем сюда и выбираем вот такой формат. Максимальный, типа, катится. Потом, если нам надо выбрать папку, у меня есть папка. Так, нажимаем ее обязательно. Потом рендер. Такой звук появляется. И все, она сохранена. Мы можем даже сейчас ее посмотреть. Вот папочка у нас личная. И вот такая фотка. Круто, да?